4-летний Максим с удовольствием помогает своей маме раскрашивать камни, рисовать и создавать что-то новое. Наталья Лыцарь-Мигуля уже не первый год занимается декоративно-прикладным искусством. За ее плечами немало форумов, тренингов и уроков в разных сферах жизни. На семинар «Региональные тренды России» она пришла, чтобы узнать тонкости создания и регистрации собственного бренда. Сейчас туристический бизнес у нас развивается и растет, поэтому как бы хотелось, чтобы поставить это более на официальный поток. Для этого я пришла на этот форум и хочу многое узнать для себя. И надеюсь, на этом тренинге я тоже узнаю много чего интересного для себя и также поделюсь со своими друзьями и знакомыми. Атрибутом любого успешного бизнеса является бренд. Но в современном мире, к сожалению, возможны ситуации, когда разработанная вашей компанией идея может быть зарегистрирована конкурентами. Поэтому на семинаре и поднимался вопрос, как правильно и быстро зарегистрировать свою интеллектуальную собственность. Региональные бренды – новые точки роста. И название очень актуально на сегодняшний день. Карачаево-Черкесия уже третий год подряд фиксируется ежегодный рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, что говорит о том, что данный сектор у нас активно развивается и выходит на новый уровень конкуренции. И, как следствие, необходимо обеспечивать свою определенную интеллектуальную безопасность. Наш регион богат уникальными промыслами, и общая цель предпринимателей – сохранить самобытность кавказских товаров, предварительно проконсультировавшись с экспертами по вопросам создания и развития личного бренда. Наверное, самая важная ошибка – это наш страх, да, что мы боимся, мы считаем, что это вот зачем нам это надо? Мы маленькое предприятие, тратить ресурсы, может быть, кого-то нам нанимать придется для вот этих вот работ. Поэтому не надо этого бояться. Сегодня мы скажем, что это на самом деле несложно, да. Прослушав наш семинар, многие производители понимают, что как надо сделать, как надо оформить материалы заявки и подать. Спикеры семинара знают, чтобы зарегистрировать свою идею, не надо тратить много средств и времени. Сделать это можно за один день, буквально не вставая с дивана. Нужные документы можно быстро собрать собственноручно, не прибегая к помощи юристов. Мария Репала, Мурат Кимрюков, Архыз 24.